Михайло Грязнов, 10 років, місто Дніпро. Діагнози – лімфовенозна мальформація лівої ноги, поперекової ділянки заочеревинного простору, рецидивний тромбофлебіт, вторинна м'язова слабкість лівої ноги, прогресуюча хронічна венозна недостатність, синовіт, остеоартрит 1-2 ступеню, хондромаляція суглобових поверхонь 2-3 ступеню. Музыка – это вообще настолько особенная часть Мишиной жизни, потому что я у него как-то спросила, говорю, Миша, ну, может быть, тебе тяжело, но мы же, боже, мы сюда ездим каждый божий день, мы, по-моему, живем в консерватории больше, чем дома. А Миша говорит, мама, ну ты что, не понимаешь, музыка – это моя жизнь. У нас так получилось, что Мише не было еще 4 лет, ему было очень больно. У нас начались первые проблемы с коленом, у него были кровоизлияния, постоянное воспаление. Ребенок не мог ходить. Мы находились все время дома. Он был все время вот такой грустный, все время плаксивый. И я у него спросила, говорю, ну что ты, давай чем-то займемся. И он говорит, мама, я хочу учиться играть. Ну, мне просто интересно стало. Ну, я на самом деле хотел быть скрипачом. Но я не могу долго стоять, поэтому выбрал фортепиано. И мне удобно на фортепиано. Скрипка, она подразумевает, что нужно заниматься стоя. Мы понимали, что объяснить ребенку, что ну, это сложно. А вот, и мы ему так прямо не сказали, мы просто говорили, какая тебе еще музыка нравится? Он говорит, мне нравится, когда играют на пианино. И у нас вот щелкнуло, и мы решили попробовать. Ездить куда-то было очень сложно, потому что ребенок не ходил, чаще он был в бандаже, это потому что воспаление не давали ему возможности, ну, куда-то передвигаться, то есть на улицу мы потихонечку выходили, а куда-то поехать было сложно, поэтому мы нашли педагога. И Мишу как затянуло, он просто настолько взахлеб начал постигать эту науку, что он играл все подряд. Он читает любые ноты. Все, что где-то он не слышит, он требует ноты, и моментально он это разбирает, играет, ему это безумно нравится. Музыка – это его часть жизни. Он говорит, что чем бы я в жизни ни занимался, я всегда буду играть. Все правильно играю, но на мой слух, как будто ящик где-то. Вот тут, я вот тут часто забываю ноты. Может быть, после секунды? Да, после секунды я забываю. Может, мне просто... Нет, тебе не надо проиграть, тебе нужно выучить ноты наизусть сольфеджио, просольфеджировать. Хорошо. Если ты просольфеджируешь, тогда они у тебя уложатся еще на слух, тогда у тебя получится. А если ты еще проиграешь и просольфеджируешь, одновременно будешь их произносить, да тогда, вообще наверное, забудешь. Да? Да. Спасибо. Он не чувствует себя каким-то неполноценным. Он как раз музыкой делает его абсолютно нормальным, полноценным человеком. Если можно, максимально глубоко. Максимально глубоко. Угу. Чтобы это была грустная музыка. Хорошо? Да. Огорчились мы очень. Она заболела, кукла. Давай попробуем. Невероятное ощущение музыки у ребенка присутствует. Все, что рассказывается ему на уроке, он воспринимает очень-очень цепко, внимательно. И самое главное, не просто воспринимает, ощущает музыку. В Мише, в его природе присутствует ощущение, чувство к музыке. Он очень способный ребенок. И потому очень важно, что он занимается, что получается, что он движется, развивается. Это невероятно ценно. И, конечно, очень хочется, чтобы в его жизни состоялись такие события, которые позволят ему в полную силу заниматься музыкой, потому что с такими музыкальными данными, конечно, очень хочется, чтобы ребенок достигал больших результатов в жизни и, возможно, стал, конечно, профессиональным музыкантом, потому что такие данные, которые у этого ребенка, они, конечно, позволяют думать, развивать их и мечтать о том, чтобы Миша дарил всему миру красивую музыку, не только нам здесь, в Академии.
Каждая музыка представляет себе одну картину. Ну, например, вот сейчас я играл похороны куклы, она грустная, печальная. Вот она представляет очень грустную картину. Новая кукла, наоборот, как девочки, например, купили новую куклу, и она радуется. Такая картина. Каких чувств больше в жизни? Веселых, счастливых, природных. Природных это каких? Шум реки, шуршание листьев и пение птиц. Пациента с таким диагнозом мы еще не встречали. То есть у Миши вот его случай, вот он один, это то, что нам известно. А есть различные другие сосудистые патологии, но в Мишиной ситуации вот течение самого заболевания как бы не похоже на другие диагнозы. Ну и сам вид и образ жизни, он, конечно, отличается от других пациентов. У Міші орфанне захворювання, рідкісне. Його діагнозу, на жаль, немає у переліку, офіційному державному переліку орфанних захворювань. Для того, щоб туди попало захворювання, мають бути знов-таки лікарі, які документально, аргументовано підтвердять те, що це захворювання орфанне. Про Мішу навіть невідомо, який лікар має бути відповідальним, з якої... Лікар якої галузі має бути відповідальним за це захворювання. У нас навіть немає просто в Україні таких спеціалістів. Тому досі ніхто ще не зайнявся тим, щоб ввести це захворювання у перелік орфанних. Тобто Міша є, але його ніби немає. Так, так. Він не може розраховувати на жодну допомогу від держави. Міша діагностована уже в Германії. Лимфовенозная мальформация левой ножки, забрюшинного пространства, поясничной области. Что это такое? Это когда сосуды разрастаются с ростом ребенка. У него с рождения большее количество сосудов, венозных сосудов, чем нужно. И, к сожалению, они неконтролируемо растут, поражают органы, поражают ткани, они забирают на себя большой-большой объем крови. В какой-то момент, когда мы были у врача в Германии, в один из первых разов, я говорю, ребенку, вот он становится, ребенку резко плохо. И врачи обследовали, сказали, да вы что, у него в ногу уходит до 2 литров крови. Это очень большой объем. То есть это значит, что в этот момент кровь отходит от мозга, от сердца. А каждый скачок роста, ведь ребенок растет, провоцирует все больше разрастание этих сосудов. И их, конечно, нужно контролировать. Нужно своевременно удалять эти сросшиеся кластеры, потому что они наносят большую-большую беду. И фактически ребенок может быть полностью обездвижен, потому что стоять он не может, ему становится плохо. Ну, соответственно, он вообще не может участвовать в повседневной жизни. То есть это только лежать, а лежать маленькому растущему мальчику невозможно. У Миши такой характер, он должен быть все время чем-то занят. Он не может быть вот, знаете, как ребенка посадили, дали мультик, и вот смотри, нет, это не Миша. Ему нужно все время куда-то ехать, что-то делать. Он у нас очень быстро увлекаемый ребенок. Сейчас вот мы находимся в консерватории, Миша сейчас находится на проигрывании, на репетиции. Он расстраивается только из-за того, что он все, значит, это он останется дома, значит, он куда-то не поедет, и все его планы, которые он там построил, они будут разрушены. Конечно, мне как маме хочется его пожалеть, потому что я понимаю, насколько это серьезно, насколько это опасно. А с другой стороны, вы понимаете, смысл, когда ребенок болеет орфанным заболеванием, смысл же в чем? В том, чтобы ребенок жил. А что значит жить? Это значит заниматься любимыми делами, чтобы у ребенка было детство, наполненное походами в кино, походами в детские центры. На
данный момент уже Миша пережил 11 операций. И бесконечное количество обследований, наркозов. Мы пробовали одну терапию экспериментальную. Первые три операции мы сделали в Украине. То есть Миша до полутора лет, Миша, мы пробовали трижды проводить в рамках того, что могла нам украинская медицина предложить, мы проходили лечение в Украине. А вот мы пробовали терапию, ну, которая, ну, как бы в некоторых случаях помогает, но Мишину, к сожалению, она не помогает. А вот, и потом, когда мы поняли, что уже, ну, все методы исчерпаны, но больше ничего, мы стали искать уже, как бы, помочь ребенку, потому что ему уже нужно жить. Ну, то есть это не то, что там вот больной, да, и, значит, ну, мы попробовали и все. Нет, мы такая семья, что мы не можем останавливаться. Нам надо что-то искать. Вот, и слава Богу, мы нашли врача, мы нашли междисциплинарный центр по лечению сосудистых аномалий. Мы ездим туда по мере возможности, мы прошли уже много этапов, у нас есть уже положительная динамика, положительные результаты. В конце концов, у нас Миша активный парень, ну, у нас ходит. Когда ничего не болит, он у нас пытается бегать, он у нас очень любит ездить на велосипеде, плавать. То есть когда его нету острых состояний, он у нас стремится заниматься всем, на что только сил хватает. Сосудистая патология у Миши провоцирует тромбоз, провоцирует застои, и нам нужно постоянно контролировать его кровь, постоянно контролировать его состояние. Еще Миша вынужден всю свою жизнь носить специальное компрессионное белье, которое не дает накапливаться крови и жидкости в ее ноге, тем самым улучшая его состояние. Мы должны были в этом году поехать на контроль, провести обследование МРТ для того, чтобы понять, в каком состоянии находятся Мишины сосуды, в каком общая ситуация. Но в один день Мише стало очень плохо, у него распухло колено, он не мог двигаться, 3 дня острая боль, мы не могли ничем, никаким обезболивающим ему помочь, было очень сильное воспаление. Мы, конечно, быстренько отвезли его на МРТ, сделать МРТ колено, и оказалось, что за тот период, который мы не были у врача, у Миши произошло резкое разрастание сосудистой мальформации в коленный сустав. Она проросла в хрящевую ткань, и эта хрящевая ткань начала разрушаться. То есть и у Миши сейчас такая острая ситуация, когда Мишина колено разрушается. И его нужно спасать, чтобы Миша не потерял подвижность, потому что Миша не может не двигаться. Миша двигается, значит, у Миши не застаивается кровь. А если кровь начинает застаиваться, у Миши провоцируется тромбоз, ну, что уже опасно для него. Провести операцию на колени невозможно, потому что это чревато большой кровопотерей. Нужно... Все врачи говорят о том, что нужно обязательно удалить это сосудистое разрастание, а потом уже лечить колено. Поэтому у нас предстоит Мише 2 операции. Одна по удалению разрушившихся сосудистых кластеров, а вторая уже по восстановлению самого колена. Мы запросили счет на ортопедическую операцию, еще мы его не получили, с начала года мы его ожидаем. Операция на сосудах, она назначена на 9 июня 2020 года. Через 3 месяца нужно провести операцию на колени. Нам назначили на 15 сентября операцию на колени. Но пока счет вот мы ожидаем, ну, как бы это то, что еще нет, да, мы запросили. Счет на операцию на сосудах выставлен на 17 900 евро. Спасибо тебе большое. Спасибо. Спасибо. Все, ты устал, да, спускайся. Я сегодня познакомилась с одним очень замечательным ребенком. Мальчик по имени Миша. Очень талантливый, очень воспитанный, очень интеллигентный ребенок. Очень хороший, я прям влюбилась в него. Он так замечательно играет на фортепиано.
Ребенок очень талантливый, правда. Таким детям хочется помогать. Что мы можем сделать, да? Медийные личности, например, устроить аукцион. Я хочу призвать своих коллег, бизнесменов, известных людей нашего города, спортсменов, устроить аукцион. У каждого из нас есть какие-то очень ценные, важные вещи для вас, но вы ими уже не пользуетесь. А кому-то они нужны. Мы бы хотели таким способом привлечь внимание к помощи таким вот талантливым детям, как Мишенька. Эти деньги, естественно, пойдут на операцию Миши. Это будет сумасшедшая помощь его семье. Пожалуйста. То, у кого есть возможность, у кого есть желание, у кого есть доброе большое сердце, пожалуйста, принимайте участие. Приход, да, такой вот, и вот прям хочется смотреть, смотреть, слушать и слушать. Тебя прям хочется, правда. Покажи, Санатин, у тебя там много таких. Покажи, да, покажи. Да. Ну, покажи, да, сейчас уговорила сейчас. Ну, да. Покажи. Чуть-чуть. Спасибо, чуть-чуть. Спасибо.